Территория вокруг Ухтомского пруда на несколько часов стала большой развлекательной площадкой и одновременно администрацией городского округа Люберцы. В сквере состоялся традиционный праздник «День соседей» и встреча с жителями. Оба мероприятия не обошлись без внимания Луизы Егиазарян. А праздник «День соседей» напротив тишину не любит. На благоустроенной территории рядом с Ухтомским прудом шумно, весело и многолюдно. Концертная программа, развлечения с аниматорами, игры на свежем воздухе. Занятия по душе находят все, независимо от возраста. На праздник мы пришли с Максимом, с моим сыном. Все попробовали. Весело, вкусно, задорно, музыкально. Для детей досуг организован. Нам нравится. Максим, скажи, тебе нравится здесь? Нравится здесь. Праздник организовали депутаты 2-го избирательного округа совместно с управляющей компанией и администрацией Люберец. Всех гостей угощали мороженными и приглашали на соседское чаепитие. Это очень удобный формат, тем более, посмотрите, погода сейчас позволяет. Солнышко ушло, и мы такую локацию хорошую выбрали. То есть дети могут поиграть в какие-то, на каких-то станциях, да, там в дартс поиграть, какие-то кольца побросать. А родители могут порешать, позадавать свои вопросы, насущные, жилищные. То есть это все, такой формат встречи очень полезен и очень продуктивен. Для решения насущных проблем на этом же месте организована другая площадка. На мини-парковой зоне расставлены столы, за которыми сидят представители всех сфер жизнедеятельности округа и готовы ответить на вопросы. Хотелось бы уточнить по поводу 43-й гимназии, 4-го лицея сейчас нынешнего. Старый корпус хотелось бы, конечно, привести в порядок. Дети там учатся, там, конечно, уже состояние плачевное. Свой вопрос жительница Люберец адресовала начальнику управления образованием городского округа Виктории Бунтиной. Ответ получен на месте. Мы смотрели этот корпус, там реально есть на что обращать внимание. Сейчас мы поддерживаем косметически, но включили в план на 6 лет вперед на включение в государственную программу этого объекта на капитальный ремонт. Там реально это надо делать, вы правы. На ряд вопросов ответил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Жителей этой части города интересует дальнейшая судьба территории бывшего завода имени Ухтомского. Там запланировано строительство жилого комплекса. На заводе Ухтомского запроектированы новые сады, школы, это стандартом, понятно, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр безопасности, это полиция отдельно, условно, и обязательные условия поликлиника, и детская, и взрослая. Квартал, конечно, будет строиться этапами, он не построится за один год. Это вопрос, наверное, лет на 6-7, потому что объем строительства 350 тысяч метров жилья. Новые парки именно, пешеходные зоны, там паркинги будут со стороны железной дороги отсекать от микрорайона. То есть будет по новым требованиям очень красивый. За этот микрорайон ни мне, никому стыдно не будет. На встрече с жителями обсудили содержание жилого фонда, вывоз мусора, развитие социальной инфраструктуры и благоустройства. Основную часть обращений удалось решить на месте. Остальные вопросы внесли в протоколы и взяли в работу. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.